Раз, раз, раз. Да? Всім привіт. Привіт усім. Ми готові починати наше тренування сьогоднішнє. Більшість з вас у нас вже були і все про нас знають. Для тих, хто в нас новенький, я розкажу, що ми Rails Reactor, і ми часто проводимо всякі мітапи і тренування в області Artificial Intelligence, Machine Learning і деяких інших областях. Тому в цьому чат-боті, в якому ви реєструвалися на цей івент, ви будете бачити всі обновлення всіх нових івентів, які в нас з'являються. Слідкуйте, якщо буде щось цікаве, записуйтеся. Багато часу не забиратиму, переходимо до самого тренування. Ми починаємо сьогодні з Діми Даневського, який розкаже про те, як вони на Kaggle проходили Airbus Ship Detection Challenge. Вітайте, Діму. Так, так лучше? О, отлично. Так, всем привет, как меня сказали уже, меня зовут Дима. Я буду сегодня рассказывать про Airbus Ship Detection Challenge. Это соревнование, которое проходило на платформе Kaggle примерно уже месяца 4 назад. Вот и только сейчас вот мы добрались до того, чтобы рассказать. Мы там заняли 4 место и также выиграли Speed Prize. Это была по факту та же задача, но нужно было делать ее как можно быстрее, то есть сделать очень быстрый алгоритм. Значит, в целом наша команда состояла из 3 человек: Олега, Влада и, собственно, меня. У нас, в принципе, до этого был достаточно такой разнообразный опыт в разных сферах машинного обучения. Вот. Но, наверное, меньше всего в плане машинного зрения опыта было у Олега, но, несмотря на это, он показал очень классные результаты, и в нашем финальном решении самые сильные модели — это были как раз его модели. Вот. Сегодня я вам расскажу, как мы докатились до такой жизни, и вот расскажу еще про, собственно, про драму, которая была посвящена вот этому как раз спидпрайзу. Не очень большую драму, но тем не менее. Вот, надеюсь, будет интересно. Паблик лидерборд выглядел вот таким вот образом. Как видите, мы занимали достаточно такое неприглядное место, 26-е, кажется, да. У нас не было особо ожиданий на то, чтобы мы там займем какое-то призовое место или там хотя бы золото. Однако после того, как посчитали метрику на private сете, все стало вот так. Это был такой очень сильный микс эмоций сначала, потому что первая эмоция была типа: вау, круто, мы прыгнули там на 20 с лишним мест вверх, мы в золоте. Но потом приходит осознание, что там нас отделяют от призовых мест какие-то там сотые доли процента, вот, и наступает такая небольшая фрустрация. Вот. Но в целом мы остались довольны, хотя, ну, было немного обидно. Вот. Но мы отыгрались на спидпрайзе. Об этом я расскажу в конце уже, ближе к концу презентации. Про само соревнование, про данные, про метрику, про постановку задачи. В целом, тут такая маленькая ремарка. Те, кто, наверное, или участвовал, или просто следил за соревнованием, наверное, помнят, что это соревнование началось с того, что буквально там на вторую неделю, наверное, с начала был обнаружен вообще максимально жесткий дата-лик, который заключался в том, что организаторы как-то очень странно поделили данные на трейн-тест. И в тесте оказались абсолютно те же данные, что были в трейне. То есть вплоть до того, что можно было получить идеальный скор. Вот. И, собственно, я, наверное, не буду об этом сегодня рассказывать, потому что Артур Кузин, также известный как Noise, достаточно активный член Open Data Science
комьюнити об этом уже делал доклад на ML-тренировке в Яндексе. Если вам вдруг интересно, правда не знаю, почему вам может быть это интересно, можете посмотреть его доклад. Он достаточно интересный там в плане того, как можно было этот лик именно обнаружить. Значит, дальше. По данным. Значит, данные — это вот такие вот спутниковые снимки. Снимки с океана, с разных портов, с гаваней. И, соответственно, на них есть корабли, не на всех, но на какой-то части этих снимков были корабли. И к этим кораблям идет вот такая вот разметка. То есть фактически это разметка под сегментацию, более конкретно под инстанс сегментацию, то есть маска идет под каждый отдельный корабль. И, соответственно, в сабмите нужно было тоже сабмитить под каждую картинку там N масок, то есть под каждый из кораблей. Разметка на самом деле довольно видно такая, скажем, грубая, потому что вы видите, что сами корабли, они явно не прямоугольные. Сама разметка имеет вот эти вот прямоугольные контуры. Вот. И за счет этого там было достаточно там сложно подняться выше каких-то определенных значений в метрике, просто за счет вот этой вот довольно такой, скажем, грубой разметки. Особенно это было заметно на маленьких кораблях, где там реально маска могла быть в 2 раза больше, чем кораблик. Вообще зачем это нужно Airbus? Кажется, Airbus — это компания, которая занимается там самолетами и всяким таким. Но нет, оказалось, что у них достаточно много каких-то сайт-проектов, в одном из которых они как раз хотят детектировать корабли, которые осуществляют нелегальные перевозки. Каким образом? Согласно каким-то международным договорам, каждый корабль, который осуществляет какие-то движения в Мировом океане, он обязан у себя иметь на борту GPS-датчик. Соответственно, если у вас есть данные со спутника и GPS-датчики и GPS-данные с разных кораблей, вы, сравнивая то, как они согласуются друг с другом, можете обнаруживать в теории те, кто эти датчики или выключил, или там вообще убрал. И это потенциально там, те, кто там осуществляют какую-то контрабанду или просто какие-то нелегальные перевозки. Вот. Это, собственно, причина, почему им нужен был вот этот вот speed price, быстрый алгоритм, потому что они хотят это делать как можно быстрее, там, в идеале там, чуть ли не в реал-тайме, чтобы максимально быстро реагировать на вот такие вот нелегальные события. По датасету. Датасет относительно большой. Картинки большие. Вообще эти картинки 868 на 768 были получены путем нарезания очень больших спутниковых снимков, из которых там нам на обучение было дано порядка 80 тысяч, около 9 тысяч из них в себе содержали кораблики, и очень большое количество, около 70 тысяч, не содержали. Подобная же пропорция была и в тестовой выборке, только там картинок суммарно было около 15 тысяч, соответственно, там около 3 тысяч были с корабликами, остальные без. Вот. И тут такое очень важное замечание, что, собственно, там порядка 85% этих картинок абсолютно пустые. Это тут очень важно, я чуть-чуть позже скажу, почему. Это оказалось, можно сказать, вообще решающим в этом соревновании. Те, кто это понял и что-то с этим сделал, оказались высоко, те, кто ничего не сделал, улетели далеко вниз на приватном лидерборде. По метрике. Чтобы понять, какая тут была метрика, понять, как она считается, метрика была в beta score on IOU thresholds, надо вспомнить или узнать, что такое IOU. Это Intersection of Union, такая очень простая метрика, которая показывает то, насколько два объекта, множество или маски, хорошо накладываются друг на друга. Чтобы ее посчитать, достаточно посчитать пересечение между масками и поделить на их суммарную площадь за вычетом этого пересечения. И, эта метрика очень хороша тем, что если у вас она 0 для двух масок, это означает, что они абсолютно не пересекаются. Если она у вас 1, то, соответственно, они пересекаются идеально, то есть это по факту идентичные маски. Вот. И, в принципе, вот эта метрика, она может быть использована для бинарной сегментации, но у нас была инстанс-сегментация, поэтому немножко все сложнее. Давайте представим, что у нас есть вот такие вот две маски, одна предсказанная и одна настоящая. Как видите, на них по 3 объекта, причем 2 из них относительно неплохо налагаются друг на друга, но при этом у нас на предсказанной маске есть объект, которого не было на настоящей маске, и наоборот, то есть один объект вообще не
обнаружили. Соответственно, это false positive и false negative prediction. Остальные как-то там накладываются друг на друга, и здесь вот указан их взаимный intersection over union. Как видите, здесь наложение довольно хорошее, он там около 0,8. Здесь оно похуже, потому что маска предсказанная сильно широкая, и там он пониже. Значит, и как нам из этого посчитать таргет-метрику? Мы делаем очень простую вещь. Нам даны 10 порогов от 0,5 до 0,95 с шагом в 5 сотых. И для каждого порога мы делаем такую вещь. Мы берем, значит, весь наш список вот этих вот IOU для настоящих объектов и бинаризируем вот эти вот IOU-скоры таким образом, что единичка — это если у нас этот IOU больше порога, 0, если меньше. И дальше считаем количество false positive, false negative и, соответственно, true positive по вот этим вот объектам. И считаем F-beta score. F-beta score — это просто F1 score, у которого recall имеет как бы больший вес, чем precision. Вот. И посчитав вот этот вот F-beta score на всех вот этих вот 10 порогах, мы получаем 10 значений, усредняем их и получаем нашу метрику. Интуиция тут такая, что вот это вот усреднение этой метрики по порогам — это фактически некий аналог площади под PR-кривой, что-то похожее на площадь под ROC-кривой, которую многие могут знать по задаче бинарной сегментации, бинарной классификации. Простите. Вот. Вот это вот была метрика, ее нужно было оптимизировать. Вернее, да. Важное очень замечание насчет этой метрики такое, что если у нас картинка пустая, а мы помним, что у нас очень много пустых картинок, то даже если мы предиктим один положительный пиксель из там огромного количества, то нам сразу дают за эту картинку нулевой скор. Это очень кажется несправедливым, потому что ну, там всего один пиксель, да, но также устроена эта метрика. Вот. И есть, соответственно, обратный эффект. Если у нас картинка пустая, но мы ничего не запредиктили, мы моментально получаем единичку, что как бы очень клево. Вот. И это, собственно, можно и нужно было использовать, то есть в плане того, как дизайнить свои модели и вообще свое решение. Значит, также таких два важных очень замечания насчет этих данных. В принципе, в данных было очень много маленьких корабликов. Маленькие — это там порядка 20-40 пикселей. Как бы это, в принципе, обычно не проблема, значит, но тем не менее некоторые модели, у некоторых моделей могут быть некоторые нюансы с такими маленькими объектами, поэтому значит, это тоже было важно учесть и что с этим сделать. И второй такой момент тоже очень важный, то что если мы возьмем какую-то условно среднюю картинку, на которой есть кораблик, хотя бы один, то этот кораблик там будет занимать порядка лишь 1-2% от всей площади этой картинки. Соответственно, да, эти данные, они очень-очень-очень несбалансированы в плане покрытия, покрытия кораблями. Вот, это тоже важно, надо запомнить это. Значит, и, собственно, наше решение на основное соревнование. Ну, в целом, я думаю, ни для кого не секрет, что такие задачи на данный момент наилучшим образом решаются сверточными нейронными сетями, и мы их использовали. Да, но эта задача, она на самом деле допускает такие две весьма похожие, но все же немного отличающиеся формулировки. Первая — это формулировка как задача детекции, и вторая — формулировка как задача сегментации. Вот. Почему здесь Morpheus будет понятно, я думаю, через два слайда. И почему синяя именно сегментация. Значит, в принципе, для тех, кто не знает, что такое детекция и что такое сегментация, вот этот слайд для вас. Значит, сегментации вообще, так можно сказать, глобально можно выделить две. Первая сегментация — это бинарная сегментация. Здесь все очень просто. У вас есть картинка, есть к ней маска. Маска такого же размера, как картинка, она бинарная, то есть нет никакого, скажем так, понятие об объекте, есть просто нулевые пиксели и пиксели единички. Соответственно, в нашем случае там, где корабликов нет, там нули, там, где кораблики есть, там единички. Есть такая вещь, как инстанс-сегментация. Все то же самое, как и у бинарной сегментации, но в этом случае у нас не общая маска под все объекты, а у нас под каждый объект идет своя маска. Это именно то, как были размещены наши данные. И на самом деле в случае, когда у нас между объектами нет каких-то
сильных наложений, или они вообще не пересекаются, то инстант-сегментация по факту сводится к бинарной сегментации. Почему? Потому что, имея бинарную маску, получить из вот этих вот двух совершенно далеко отстоящих друг от друга объектов два разных объекта очень просто. Есть такой алгоритм, называется Connected Components, который вот как раз это делает. Его можно написать как и самому, так и есть имплементации в популярных библиотеках для машинного зрения, таких как OpenCV или Scikit-Image. Вот. И как раз-таки эта ситуация очень похожа на нашу, потому что корабли на самом деле довольно редко как-то налагаются там друг на друга. Там буквально было таких несколько случаев во всем датасете. Поэтому очень грубо мы можем сказать, что мы нашу задачу инстант-сегментации как таковой можем свести к бинарной сегментации в каком-то приближении. И, значит, есть еще одна возможная формулировка. Это формулировка через детекцию. В этой постановке задачи у нас под каждый объект дается bounding box, причем в нашем случае он еще и имеет некоторый угол поворота. Вот. Как таковые эти bounding box'ы нам даны были, их не было, но их можно было очень легко получить из вот этой вот разметки. И это как бы альтернативный вариант, но мы пошли не этим путем. Почему? Потому что сегментация — это обычно достаточно простая сетка. Вот, какая именно, я расскажу чуть-чуть дальше. То есть ее очень легко написать, там это буквально там 30-50 строк кода. Очень легко получить данные для обучения. Фактически в нашем случае, чтобы обучить бинарную сегментацию, нам нужно было просто вот эти вот инстанс-маски, нужно было просто бинаризировать, и все, больше ничего с ними делать было не нужно. И как в теории, если нам нужно разделять объекты, которые налагаются друг на друга, то есть, например, вот вы там вот сидите, да, то есть большинство из вас перекрывают собой других людей, вас нужно как-то будет разделить, чтобы определить отдельные объекты. С кораблями это не совсем так, потому что корабли, как я уже сказал, налагаются друг на друга довольно там редко. Это происходит в случае, когда, например, там один корабль отгружает что-нибудь из другого, скажем, более маленького, более большого. Но таких ситуаций реально было очень мало, поэтому это было не принципиально. С детекцией ситуация такая, что из моего опыта, из опыта моих коллег, даже если у вас есть имплементация, там предобученная моделька, то с детекцией возникает куча каких-то проблем. Почему? Потому что обычно дизайн самого вот этого подхода, дизайн сети для детекции, он сильно сложнее. Это связано с тем, что в сегментации вам нужно просто для каждого пикселя указать, это нолик или единичка. В детекции же вам нужно задаться каким-то количеством обычно вот этих вот bounding box'ов, которые вы предсказываете. Вам нужно для каждого bounding box'а предсказать там его смещение и еще обычно предсказать класс этого bounding box'а. В нашем случае это просто там 0 или единичка. И вот много вот таких вот нюансов, они довольно сильно усложняют вообще всю эту конструкцию и делают детекцию менее приятной, хотя, возможно, более правильной в ряде ситуаций как для использования. Вот. И вот то, что приятно в детекции, что она изначально дизайнится так, чтобы было легко отделить разные объекты друг от друга, потому что эти bounding box'ы могут вполне пересекаться, это абсолютно нормально, но, как я уже несколько раз сказал, это нам тут не принципиально. Поэтому мы пошли по пути сегментации как такому более простому, более легкому и, как выяснилось, по крайней мере, в этой задаче более действенному. Потому что никто из тех, кто там был на призовых местах, насколько нам известно, не использовали подход, связанный с детекцией. Насчет бинарной сегментации, собственно, которую мы и использовали. Тут реально вариантов не так много. Сейчас одним из самых ходовых решений в этом плане является UNET. Значит, UNET — это такая достаточно уже древняя сетка, которая была изначально предложена для сегментации медицинских изображений. И с тех пор она претерпела там несколько таких довольно существенных изменений в плане архитектуры, в плане того, как ее обучают. Но основная идея осталась та же. У вас есть энкодер. Энкодер — это, может быть, в теории любая сверточная нейронная сеть. Обычно она берется предобученная, обычно на ImageNet. И сверточная сеть — это такая структура, которая берет картинку. Как вы видите, там есть картинка с корабликами. И
и пропускает эту картинку через серию сверток, обычно которые там идут в перемешку там со всякими бачнормами и подобными хипстерскими штуками. И идея такая, что обычно в этой сетке есть несколько блоков, и каждый из этих блоков строит все более и более абстрактное представление этой картинки. То есть на первых свертках, условно говоря, видны какие-то детали, то есть в них еще нет, скажем, такого понятия про кораблик, но есть там понятие про углы, всякие переходы там между областями с там разным уровнем освещенности и так далее. А вот уже ближе к концу выстраивается такая некоторая высокоуровневая репрезентация картинки, в которой, условно говоря, там каждый пиксель отвечает за то, там есть в данной области изображение корабль или нет. Также важным фактором является то, что вот на каждом таком этапе осуществляется даунсэмплинг, то есть пространственные размеры картинки уменьшаются. Вот, и, соответственно, информация про детали уходит, но появляется более какая-то абстрактная высокоуровневая информация. И, значит, вот это вот так вот может вполне выглядеть типичная сетка-классификатор для изображений, но здесь нам нужно не классифицировать картинку, а нужно получить из нее некоторое бинарное представление в виде маски. Что мы для этого делаем? Мы берем вот эти вот 4 блока энкодера и делаем очень простую вещь. Берем вот эти вот, например, 2 нижних. Берем нижний, который имеет как бы меньшие пространственные размеры, чем предыдущие, его апсэмплим. Апсэмплинг осуществляется обычной билинейной интерполяцией. То есть мы просто увеличиваем размер на первых 2 раза и конкатенируем его с соответствующим ему блоком из энкодера. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы у сети была возможность, условно говоря, собрать выход из как низкоуровневых, так и высокоуровневых репрезентаций этой картинки. И как показывает практика, это работает очень хорошо. И такую вот фишку мы делаем на абсолютно всех уровнях энкодера и, соответственно, декодера. И, значит, на выходе получаем вот такую, например, маску. Таким образом, здесь есть как бы 2 направления потока информации. С одной стороны, есть некоторый высокоуровневый поток по вот такому вот U-образному направлению, поэтому эта сетка и называется U-Net. Вот. И также есть вот это вот пробрасывание низкоуровневых репрезентаций, которые позволяют сетке хорошо восстанавливать детали. Вот. И вот такая вот схема работает реально на большинстве сегментационных задач очень-очень хорошо. Многие ее уже используют в продакшене даже. Вот там с разными модификациями. Вот. И ее использовали и мы, и в принципе большинство тех команд, которые заняли высокие места в этом соревновании. Но есть такой момент, что, как мы помним, большинство картинок пустые, и после того, как мы посмотрели на те ошибки, которые делает U-Net, мы обнаружили, что на многих пустых картинках, на которых, я напомню, критически важно не допускать false positive prediction, потому что мы моментально получаем score 0. U-Net реагирует на какие-то мелкие бочки в океане, на какие-то ящики там, на пристанях и так далее, и часто выдает кораблики там, где их нет. Это не так критично на тех картинках, где корабликов много, потому что эффект этих там одного-двух там false positive, он реально очень слабо влияет на метрику, тем более, что, насколько вы помните, у нас recall взвешивается больше, чем precision, то есть нам как бы даже, можно сказать, нужно делать лишние false positive, но проблема в том, что на пустой картинке мы получаем моментально 0 за такие предикшены. Поэтому мы приходим к очень простой идее. Давайте, кроме U-Net, сделаем еще одну отдельную сетку, которая будет заниматься тем, что просто будет говорить, картинка является пустой или нет. Вот. Также тут такая вот маленькая ремарка, то, что как и U-Net, так и вот этот вот классификатор, который будет на этом слайде, являются сетками, у которых по факту все операции являются свертками или какими-то другими, которые не зависят от размера входного изображения. Таким образом, мы можем эти сетки учить на маленьких частях больших изображений для того, чтобы, например, разнообразить батч и просто что-то сделать с тем, что эти картинки не помещаются в видеопамять. А, например, вот для того же там U-Net типичная ситуация, что, например, если мы учим ее на картинке на полном разрешении, то там у нас в батч помещается максимум
одна-две картинки, что, конечно же, не очень хорошо. Вот. Классификатор же мы, в принципе, ничего тут особо не выдумывали. Взяли просто, опять же, такие предопущенные энкодеры на ImageNet, а именно мы взяли Inception V4 и ResNet-18, такую полегче сетку. Значит, последний слой мы выкинули, как это обычно делается. И, значит, важное довольно изменение, мы вместо average pooling, который обычно идет во всех там современных сетках, там, типа там ResNet, DenseNet, мы туда вставили max pooling, который берет последний слой и делает из него, можно сказать, вектор. Почему мы так сделали? Сделали мы это для того, чтобы если мы учим сетку на маленьких кусочках больших изображений, мы потом могли ее прогонять на больших без потери точности. Почему была бы потеря точности в случае average pooling? Потому что, например, если у вас большая картинка и в ней кораблик только, например, в одном углу, то этот сигнал, он как бы по всей картинке, по ее размеру, можно сказать, замывается. А max pooling, он берет наиболее сильный сигнал из всей картинки и выдает его как, ну, можно сказать, как prediction. Вот, это было вот такое вот, по факту, единственное изменение к такому типичному классификатору для изображений. Значит, вот, как я уже сказал, значит, обычно такие сетки учатся на относительно небольших кропах из изначальных изображений, но, как вы помните, у нас кораблики покрывают очень маленькую площадь из площади всей картинки. Поэтому большинство случайных кропов будут просто пустыми. Но это не очень хорошо, потому что сетка будет учиться очень долго, и, значит, мы приходим к такому очень тоже простому выводу. Давайте просто будем кропать не случайно, а там, где мы точно знаем, что есть кораблики. Поскольку у нас есть разметка, мы знаем, где корабли на всех обучающих картинках. Как это происходит? Мы берем картинку, берем какой-то случайный кораблик и просто далее задаемся, условно говоря, некоторым… То есть мы берем этот кораблик как центр какого-то распределения, например, нормального или равномерного, и далее мы можем сэмплить вот эти вот кропы вокруг этого кораблика так, чтобы, например, он полностью или какая-то его часть попадали в, собственно, в эту маленькую вот картинку. И вот этот вот маленький трюк, но который по факту очень простой, он нам очень сильно помог в том смысле, что скорость обучения сеток за счет того, что по факту на каждом кропе был хотя бы один кораблик, очень сильно ускоряла обучение, и вместо там нескольких дней наши там сетки учились там по, не знаю, там по несколько там часов или даже меньше. Значит, аугментации. Аугментации — это вообще как бы must-have для любых задачек, связанных с картинками. Мы тут ничего как бы тоже, можно сказать, не выдумывали. 8 возможных флипов и поворотов — это классика, да, то есть это позволяет нам создать по факту большее разнообразие в обучающей выборке. Ну и также классика — это цветовые аугментации, такие как блюр, значит, там затемнение, контраст и так далее. Значит, в принципе, вот эти вот аугментации мы все писали сами, но сейчас, если вы будете заниматься какой-то похожей задачей или там задачей, связанной с изображением, я бы очень сильно бы советовал вот эту вот библиотеку Albumentations. Ее сделали ребята из Open Data Science, которые с помощью нее там выиграли кучу соревнований. Там очень хорошо оптимизированные аугментации, и, в принципе, вот реально, если будет возможность, вот советую ее попробовать. Там очень много разных аугментаций, и они действительно хорошо работают. Значит, по вообще обучению вот этого всего. В принципе, обучение Юнета и обучение классификатора были, можно сказать, похожи. Для них обеих мы пробовали как оптимизаторы, как Адам, так и Моментум. То есть это обычный градиентный спуск с Моментумом. Они были примерно на одном уровне в плане того, что они сходились плюс-минус одинаково, там какой-то отдельный был, какой-то из них был там иногда чуть-чуть лучше, но в целом они были примерно на одном уровне. Значит, добавлять пустые картинки в Юнет мы пробовали, то есть, как я уже сказал, мы учили всегда у нас в кропе был хотя бы один кораблик. Мы пробовали добавлять отдельно просто пустые картинки, но реально это практически не было никакого эффекта, потому что, видимо, потому что и так на этих, даже на этих вот кропах
и так пустых мест было очень много. Соответственно, Юнет довольно хорошо учился с ними справляться, но все же не так хорошо, как отдельный классификатор. Вот. Также такую вот интересную вещь, которую мы сделали, для того, чтобы Юнет лучше работал на маленьких корабликах, мы сделали такую вещь. Обычно во всех современных сверточных сетках типа Резнетов в начале сети идет довольно агрессивный пулинг. То есть используется макс-пулинг, используются свертки с большим страйдом, обычно со страйдом 2. Вот. И это позволяет по факту сделать сетку более легкой, потому что, например, для классификации какие-то прям там детали обычно не так важны, там на уровне там буквально 1-2 пикселей. Но когда у нас там может быть там размер кораблика, там, например, там 7 там, на там, 3 пикселя, это становится важно. И вот мы обнаружили, что переходя от страйда 2 в первой свертке к страйду 1, мы можем немножечко улучшить перформанс на маленьких корабликах. Но это, конечно, сильно замедляет обучение, поэтому мы где-то использовали это, где-то нет. Но в целом вот это вот помогало. И такая еще вот вам, значит, маленькая ремарка. Несмотря на то, что основную массу времени мы учили на вот этих вот кропах, обычно это были кропы размером 256 на 256 или чуть-чуть больше, вот, но все же были в датасете корабли, которые были реально большие, они порой даже не умещались вот в этот вот кроп, поэтому фантюнить сетки на чуть-чуть больших изображениях, например, на размере там, 512 на 512, было, в принципе, полезно, оно там докидывало пару пунктов. Вот. Итого, значит, наше финальное решение. У нас было два классификатора, оба из которых мы прогоняли на всей тестовой выборке. Далее усредняли их предикшены и бинаризировали их. Получали таким образом, что у нас некоторое количество изображений было запредикшено как пустые, некоторое количество изображений как те, на которых есть корабли. Те, которые пустые, мы просто на них отправляли пустые маски. Те, которые были не пустые, мы, соответственно, дополнительно гнали через вот… У нас было всего три юнет-модели. Почему всего три? Потому что топовые команды, некоторые, у них там было по там, 20 условно моделей. Вот, и вот, по сравнению с ними, наш ансамбль, он реально был очень маленький. Соответственно, выходы вот этих вот юнетов, мы их просто усредняли. То есть получали просто маски, пока что еще не бинарные, а как выходы вероятности, и просто их усредняли и получали в итоге, после бинаризации мы получали маску. И далее использовали вот этот тут уже мной описанный алгоритм Connected Components для разделения кораблей на инстансы. Есть такая штука еще как Watershed, это такой более, скажем, типа advanced алгоритм для разделения инстансов, который, например, может работать в теории лучше, чем Connected Components, и у него там такая, скажем, более сложная логика. Но здесь мы его где-то использовали, опять же, таки где-то нет, потому что реально там от него буст был очень маленький, опять же, таки потому что очень мало кораблей как-то там были друг по отношению к другу на маленьком расстоянии. Вот это вот наше, значит, финальное решение. Вот, я тут не буду рассказывать про решения топовых команд, потому что реально времени не сильно много. Скажу лишь, что там они в основном отличаются тем, что у них тупо больше сеток, или они там лучше там затюнены. Ну вот интересно то, что вот только такая маленькая ремарка, то, что первая команда, которая в итоге заняла первое место, они были и на паблике первые, и на правите первые. Они использовали такую штуку, как псевдолейблинг. Это когда вы обучаете сетку на обучающей выборке, потом предиктите этой же сеткой значит, тестовую выборку или даже ансамблем сеток, и потом включаете вот эти вот тестовые предикты в вашу изначальную обучающую выборку. Это кажется немножко диким, но, значит, но тем не менее это иногда работает. Вот. Значит, это вот то, что казалось основой соревнования. Основная часть соревнования, где мы заняли на четвертое место. И теперь такая, скажем, такой финал, такая мини-драма. Это Speed Prize. Я не знаю, может быть, кто-то в курсе этой истории, кто-то нет. В чем была идея? Как я уже сказал, по факту это то же самое абсолютно все. Значит, нужно было взять свою модель с основного соревнования или какую-то там другую, пусть там переделать можно было, и сделать ее очень быстрой.
То есть, для примера, наш финальный пайплайн на всей тестовой выборке, там, условно, там, на одной карточке, там, на 1080 Ti, он предсказывал эти все картинки где-то за 1.5-2 часа. То есть, ну, это как бы долго в теории. Я даже боюсь себе представить, сколько занимали времени там топовые решения, там, где было по 20 там, каких-нибудь там, я не знаю, там, наснетов условных. Идея была в том, чтобы сделать это максимально быстро. К спидпрайзу были допущены топ-100 команд на private leaderboard, то есть те, кто были за пределами топ-100, были не допущены. Значит, условие было единственное такое, что скор, который получает это решение, должно быть в пределе топ-100 команд на приватном лидерборде, и получается таргет здесь — это как бы время, то есть надо сделать как можно быстрее, чтобы инференс на тестовых изображениях был как можно более быстрым. Приз 15 тысяч долларов. Вот. И решения это, они все должны были быть засубмищены через Kaggle Kernel. Кто не знает, это по факту такие себе, по факту как типа там Jupyter ноутбуки, которые просто хранятся на Kaggle. Там можно запускать код, в том числе на GPU. Но надо сказать, что там на тот момент там GPU-шка была совсем старая, если не ошибаюсь, Tesla K80. Для сравнения, раза в 3-4 более медленная, чем 1080 Ti, которая тоже как бы не, там, не супер новая, можно сказать. Вот. И все бы ничего, как бы все понятно, но вот единственное такое очень мутное место, это было то, как, собственно, предлагалось мерить время. Казалось бы, почему просто не взять и не сказать, что вот у вас есть kernel, он какое-то время ранится, вот это вот будет ваше время. Нет. Значит, организаторы решили придумать какую-то абсолютно дикую схему, значит, которая вначале выглядела вот так, ну, довольно просто. То есть вы просто обращиваете весь код в time-time, и, собственно, есть вход, есть выход, как бы программы вашей, вот ваш результат. Но нет, потом на форуме оказались какие-то странные подробности, что типа мы можем из вот этого вот времени исключить время на подгрузку модели, на импорт там библиотек, на, что очень странно, загрузку изображений. Хотя, казалось бы, это, ну, типа, там, если они хотят это использовать в реал-тайме, то как это можно исключать, это очень странно, потому что всегда есть какой-то там, типа, там, latency на чтение данных с диска там, или откуда-то еще. Однако, тем не менее, они вот такое написали, и вот это то, что, собственно, сделало вот эту вот часть этого соревнования просто полным трэшем. Почему? Об этом будет на следующем слайде. Тут буквально в трех строчках технические подробности, как мы сделали такие наши сетки более быстрыми. Первое, что мы сделали, мы поняли, что с такими там тяжелыми энкодерами, как у нас были в основной части, мы далеко не уедем, поэтому и в Юнете, и в классификаторе мы перешли на ResNet 18, как такую одну из самых быстрых, одну из самых легких сеток, и, как ни странно, перформанс особо сильно не просел. Значит, кроме этого, мы перешли на инференс на меньших картинках, то есть если на основной части соревнования мы использовали полные картинки, там 768 на 768, кажется, то здесь мы использовали для классификатора 384 и для Юнета 512. И тоже там мы вот потестили, и реально качество особо не просело, там буквально там, может там на 0.5%. Что, кстати, странно, потому что, казалось бы, вот эти вот маленькие кораблики должны как-то намного хуже предиктиться с таким разрешением, но почему-то этого не произошло. Там было всего что-то типа меньше 2 недель на это решение, поэтому там не было особо времени думать. Поэтому мы просто смотрели на то, что работает. И, значит, такую еще вещь, которую мы сделали в классификаторе, мы сделали довольно агрессивный пулинг. Вот тут, например, страйд, который мы меняли с 2 на 1, чтобы лучше работало на маленьких корабликах, мы вообще упоролись и сделали 4. То есть, чтобы изначально изображение очень-очень сильно уменьшалось в размерах, соответственно, остальная часть сети работала по нему быстрее. Вот. Таким образом, у нас там реально был очень быстрый классификатор, как мы считали. Значит, но происходит, значит, следующее. Значит, наше решение на вот этом вот Kaggle Kernel запускает за 4,7 секунды. Это на Kaggle Kernel локально оно было примерно на одной карточке, на 1080 Ti, примерно чуть-чуть больше 1 минуты. Для сравнения, наш изначальный пайплайн был там около 2 часов. Вот. И мы там считали, что это реально круто.
Вот. Ну, там какая-то была странная тема с тем, что после того, как этот конкурс закончился, мы себя не обнаружили в лидерборде, но там после небольшого там прояснения нас таки добавили. И тут мы такие, опа, мы оказываемся на втором месте, и выше нас только какой-то парень с результатом 3,6 минуты. Мы такие думаем, блин, что же он там такого сделал, что он, так, он вот настолько быстрый. И, собственно, начинаем ждать, то есть пока там опубликуют решение. Все такое, как бы, ну, нам реально интересно, типа, что же там такое. Проходит пара дней, значит, и случается вот это. Он публикует свое решение, и буквально в первой же строчке мы видим такую штуку. Я использовал тоже подход классификатор и сегментацию, и у него, значит, классификатор на основе сетки SR-ResNet 50, или просто ResNet, ладно, неважно. Суть в том, что она раза, не знаю, раз в 8 более медленная, чем базовый ResNet 18, даже без каких-то там пулингов и так далее. Вот, и мы понимаем, что, ну, что-то здесь не так реально. Значит, мы начинаем, значит, там, пинговать админа, пинговать организаторов, пинговать этого парня на форуме. То есть как так? Вот можешь объяснить вот реально, ну как ты этого добился, то есть что мы не знаем. Вот. И вот эти вот дни, они там были, не знаю, там 2-3 дня, вот, когда нам почти не отвечали, были такие очень напряженные, потому что, ну, это был какой-то такой период абсолютной неопределенности. Нам казалось, что что-то тут абсолютно нечисто, и там были мы такие не одни, там был еще один парень, который был на третьем месте, который тоже писал, что нам такого быть не может. Мы там создали кернелы, в которых показали, что эта сетка ну никак не может давать такой результат, там за 30 секунд классифицировать все изображения. И, собственно, проходит еще пара дней, и вот появляется на форуме, опять же таки, вот этого парня, такой вот пост, что оказывается… Он мерил время неправильно. Там какая-то есть особенность в PyTorch, то, что он может иногда осуществлять некоторые операции лениво, то есть их как бы откладывать на потом. И вот за счет того, что организаторы позволили оборачивать в эти тайм-врапперы только какие-то отдельные куски, а не весь код, так получилось, что он вот как раз основную часть вот этих вот вычислений сделал за пределами этих таймблоков. Ну, бывает, да? Значит, что происходит, значит, дальше? Ну, он пишет, что, собственно, вот он там перепроверил все, и его уже код там прогоняется там больше, чем за 5 минут, то есть больше, чем у нас. Мы типа выиграли. Но не тут-то было. Он говорит, что, значит, вот я тут, значит, придумал какую-то там новую схему, там тоже взял там ResNet 18, и вот там засубмитил там новый submission, и он быстрее, опять же таки, чем наш. Вот этот вот, значит, его новый. Я на там вот такая вот ремарка, что там дедлайн уже там неделя как полторы прошел назад. Вот. И тут мы понимаем, что ну как вообще такое могло произойти. И вот единственное, к чему мы можем прийти, это то, что орги просто забили на проверку этих сабмишенов. То есть они их там просто как-то там прогнали, посмотрели, что там время там вот такое-то, и все. То есть они там не проверяли там ни, не знаю, там ни время, там никто там как его там мерил и тому подобное. Вот. Эмоции были, ну вот, вот такие где-то. Вот. Уже сейчас как бы мне достаточно их как бы сложно проявлять, потому что уже прошло много времени, но вот этот замечательный мемчик очень хорошо иллюстрирует некоторые эмоции на тот момент. Вот. И, собственно, мы тут понимаем, что, блин, надо что-то делать. К тому же организаторы ответили этому парню на вот этот вот его месседж про новое решение и сказали, что да, клево, давай мы его примем, хотя уже там дедлайн прошел. И мы решаем, что надо что-то делать. И мысли были в стиле, давайте вообще там писать там чуть ли там не в Airbus, что типа нам тут ну, вот нас кидают и всякое такое, что все там на нас типа забили. Да. Вот. И первое, что мы решаем сделать, это обратиться за помощью к сообществу. Мы пишем пост в Фейсбуке, описываем там довольно детально, что произошло. Нам там вообще как-то очень клево накидали лайков, мы реально не ожидали. Вот всем, кто нас там лайкал, репостил, огромное спасибо. Это было реально очень неожиданно, очень приятно. Вот. И, собственно, хэппи-энд, проходит пара дней, и организаторы пишут, что да, мы, значит, под давлением сообщества должны были пересмотреть эти результаты, хотя они уже написали ему, как уже этот парень потом рассказывал, они ему уже написали, что типа, да, мы там уже принимаем твое решение, но потом они такие, ой, нет, значит, придется, значит, присадать кому-то еще. Вот. Ну, значит, в любом случае, история была вот такая. Мы поняли, что реально поддержка сообщества иногда очень сильно решает. Еще раз всем спасибо. Вот. Это по факту уже конец.
маленький такой слайд с благодарностями. Это еще раз спасибо всему сообществу. Это было реально очень клево. Спасибо моим коллегам Олегу и Владу. Значит, также нас поддержала еще компания DataRoot в своем блоге. Тоже написала там такой целый пост, нам посвященный. За это спасибо. И спасибо ребятам из YouScan, которые мне помогли немножко превьювить эту презентацию, сделать ее, возможно, немножко лучше. Это все. Спасибо. Сейчас для запитань я вам буду переносити мікрофон. Ставте, будь ласка, всі питання в мікрофон. І ті, хто нас дивляться в лайв, можете писати в коментах до Фейсбука, я озвучу. У мене на самом деле два вопроса. Спасибо большое, отличный доклад. Спасибо. Мы на самом деле тоже участвовали в этом соревновании. Вот у нас прямо противоположная ситуация. Мы на private улетели там с 4 или с 5 на 30, потому что нам показалось, что в конце одного юнета мало. Мало того, что мы разбили там на несколько фолдов, сделали детскую ошибку, так мы еще туда ансамбль вбилили, там нейронок 5, наверное, как минимум. В конце юнетов мы не боролись за скорость, нам важно было хороший accuracy на нашем тесте. У меня вопрос на 22-м слайде. Вот, 22-м слайде? А это какой? Это 37-й. А, окей. Да. Я просто не вижу отсюда. Там, где предварительно вот классификатор, у нас точно такая же архитектура. Сначала классификатор с бэкбонами, потом у нас идет… Вот здесь, да? Нет? Еще чуть-чуть. Еще раньше. Слайд. Еще. Еще два. О, это? Да, классификатор. Окей. Как подбирали порог? Потому что у нас очень… хорошо отработал классификатор в итоге, но детская ошибка, переобучили немножко сетку в конце. И вот на классификаторе очень был крутой момент с порогом. Там порог, можно было хитро поиграться, то есть там порог по 0.5 или по 0.6 на кросс-валидации, он не устанавливался. Если поиграться и сделать там двойной порог было, оно просто очень круто решалось. Угу. Доходили ли вы до такого? Да, мы играли с порогом, но если не ошибаюсь, мы просто брали средний порог по фолдам и использовали его. В принципе, мы на классификаторе добились достаточно хорошей точности, там было порядка 98 F-score. Вот. И у нас там реально было буквально там, мы там потом просматривали предсказания, ошибок было крайне мало, поэтому мы сильно с этим не 98 игрались. Это стандартное просто разбиение train-test, то есть на тесте, без фолдов. Нет, это было среднее по фолдам. Ага, я вас понял, окей. Хорошо. Второй мой вопрос, это уже такой немного инсайдерский вопрос, мы просто работаем с спутниковыми снимками, и на самом деле там был очень интересный момент, вы сегодня его проговорили, по поводу маленьких и больших кораблей. Uh-huh. Вот там были действительно и маленькие корабли, и большие, но там был еще один подвох. Там были спутниковые снимки разного разрешения. Там, по-видимому, uh-huh. был Deep Globe, и там был еще подмешан какой-то спутник, который более хренового разрешения, скажем так. И вот уже после того, как мы засубмитили решение, уже после того, где-то там, после боя руками не машут, но дня три спустя я начал это все анализировать. И вот от этого, если отталкиваться, можно было достичь значительно лучший результат. Да, знаете, наверное, такое что-то даже писали. Мы сильно с этим ничего специально не делали, но, если не ошибаюсь, в каких-то отдельных наших сетках мы юзали аугментацию, которая делала зум или зум-аут. Вот. Но, насколько я помню, это не оказывало какого-то там прям типа решающего влияния на скор. Поэтому мы где-то, может быть, их использовали, где-то нет. Но вот именно поэтому я не могу сказать, что мы как-то это прям из этого извлекли какую-то пользу. Вот. Но я не знаю, а как вот вы предложили бы с этим бороться или как вы это предложили бы использовать? Это сложный вопрос. Алгоритмически это можно было решить, там, я не знаю, по тому, как волны отображаются на снимках. То есть там можно было играться с какими-то преобразованиями стандартными CV-шными, да? Uh-huh. И вот из этого исходя, из вот этого набора фич, как-то без учителя выходить. Ну, дальше не копнули, потому что времени нет, челлендж закончился, что уже там дергать прошедшее. И еще только что по поводу… Ну, можем потом пообщаться. Да, хорошо, хорошо. Был вопрос просто… Спасибо. Спасибо за вопросы. Питание от глядачів. Сколько у вас человек было в команде, как много времени потратили и что вынесли в соревнования? Да, в команде, как я уже говорил, у нас было трое.
Вот, времени мы потратили где-то около 3 недель. Вот. И какой там еще последний вопрос был? Что вынесли из соревнований? Лично для меня, наверное, один из самых таких вот главных выводов, я его не сказал здесь, но это то, что, в том числе, моя ошибка была то, что я изначально начал итерироваться с достаточно тяжелых сеток, таких как, например, Series Next 50. Учитывая то, что железа у нас было не сильно много, это было, наверное, не совсем правильно. И вот, например, Олег очень правильно поступил то, что он там начал с Resnet 18, с Resnet 34. И хотя эти сетки потенциально способны давать менее хорошие результаты, тем не менее их учить, их как-то там тюнить намного быстрее можно. И вот в целом, поэтому я бы посоветовал бы всем, кто, например, не обладает каким-нибудь там супер там крутым железом, и у кого есть какие-то подобные задачи, это всегда начинать с вот сеток, которые полегче, которые попроще, которые быстрее учатся. И вы так, скорее всего, добьетесь гораздо быстрее результатов, а потом, если нужно, можете уже просто поменять бэкбон и получить просто на халяву выше скор. Вот, это такой вот лично для меня основной вывод. Спасибо. Еще запитання? А чи ви пробували якісь інші моделі, типа PSP.NET DeepLab? Да, я пробовал там вот. В частности, PSP.NET запускал, но по сравнению вот с тем вот UNET, который мы использовали, в основном мне не сказал, что было как, был какой-то прирост. В принципе, уже после соревнований я там довольно много читал про разные подходы, которые в основном используются в мультиклассовой сегментации, вот в том числе там DeepLab и так далее. Вот. Но вот, по крайней мере, на соревнования там у нас вот руки не дошли. То есть как бы там времени было сравнительно мало, вот, и нужно было вот хоть что-то сделать, поэтому нет. Спасибо за вопрос. У меня такой вопрос. Вот вы делали там классификацию, потом сегментацию. Можно же было просто сделать один юнет, который был бы multitask learning, и туда с батлнека забирать фичи и классифицировать. Это было бы быстрее и на speed price, и вообще бы. То есть если просто одним проходом вместо классификации, сегментации делать сразу все это. Да, очень классное замечание. На самом деле у меня уже постфактум после спидпрайза такая идея была. Но, например, если именно делать упор на скорость, то по идее нужно… Ну да, наверное, это можно было бы сделать. То есть из батлнека прямо сразу там типа threshold и prediction. Ну да, это был бы deep supervision, то, что по сути называется. То есть забирать фичи оттуда и… Да, это можно было бы сделать однозначно, но вот опять же такие что-то. Это была бы хорошая регуляризация под эту задачу, потому что сетка бы знала бы, что там пусто и. Ну, возможно. Возможно. Хорошее замечание. Спасибо. Спасибо за презентацию. Вопрос по поводу решения, которое ты не использовал, детекции. А в чем проблема была реализовать детектор, если не было ограничения по времени на основном компетишене? Нет, там... никаких проблем не было. Просто вот я говорю из вот нашего опыта, из моего опыта в частности, я просто писал где-то около 2 лет назад сам с нуля писал детектор SSD. И вот из моего опыта в детекции постоянно вылазят какие-то бока. Либо там какая-то трабла с там вот мэтчингом баунинг боксов, либо какие-то проблемы там с, не знаю, там с лоссами, еще с чем-то. Возможно, это просто я просто кривой, но я реально вот вижу, что систематически на компетишенах, где вроде как задача под детекцию, тоже там Data Science Ball вот, прошлогодние ребята первое место, они просто затащили на юнетах. А ребята, которые использовали там тоже там Muskrat CNN, в котором как бы есть детекция, использовали SSD, использовали там всякие YOLO и так далее, почему-то все они оказались ниже. И мне кажется, что основная причина — это то, что просто это, хотя, может быть, потенциально наработает лучше, но тренить это сложнее и тюнить это сложнее, и, соответственно, ты просто, ну, ты не успеваешь сделать столько итераций по своей архитектуре. Хотя, возможно, да, возможно, если у вас уже есть там готовый пайплайн, то это должно работать лучше. Спасибо за вопрос. У мене уточнення, зауваження, що через 2 тижні після дедлайну, коли наш конкурент на SpeedPrice Alex Elgub сказав, що в нього, окей, в мене є рішення на 3.9, Діма в цих нервозних поривах зробив рішення за 2.9, не змінюючи моделі, просто оптимізнувши наш код.
Тобто Діма реально дуже крутий інженер, я йому хочу подякувати за роботу над спідпрайзом. З 4.7 він довів до 2.9. Тобто в нас був теж запасний випадок на варіант, ну, на випадок, коли вони приймуть його нове рішення. Спасибо, спасибо, Олег. Ще запитання? Да, бачу. Прошу прощения, вспомнил тот вопрос, и уже, по ходу, новый один возник. Я думаю, что будет интересно всем аудитории. И первый вопрос касается, пробовали в Юнете поменять вот те конволюции, которые есть, на Deep Separable Convolution, это во имя перформанса. Оно, как правило, не сильно снижает точность сегментации, но очень неплохо, там на процентов 20-30 можно Юнет поднять по скорости. Да, спасибо за вопрос, хороший такой очень технический вопрос. Я на самом деле последний раз пробовал вот эти вот Separable Convolution еще, наверное, года полтора назад, и почему-то на тот момент они были очень плохо оптимизированы. То есть, хотя сама как бы концепция в теории должна работать быстрее, но почему-то, например, вот в TensorFlow на тот момент они были почему-то очень медленные. То есть я просто вот тестил по сравнению с обычными, они работали плохо. Здесь мы использовали в основном PyTorch, возможно, там уже ситуация, и, во-первых, поменялась, во-вторых, уже возможно, в PyTorch это там лучше оптимизировано, но нет, не пробовали, ну, наверное, потому что не было времени и... На торче уже все работает очень ок, просто mm-hmm. если сам пишешь полностью с нуля архитектуру, то без проблем это все реализуется, uh-huh. и уже пройденный этап на другой задаче пробовали, работает прекрасно. Mm-hmm. И еще спасибо. Один вопрос я вспомнил, там был такой интересный кейс, это, наверное, и вопрос, и то, чем я хочу поделиться, потому что был интересный кейс, когда там было в стыке два корабля. Uh-huh. Это корабль и шлюпка, например. Да, это да, да, еще. Такое было. И таких кейсов было достаточно много. Вот у нас по accuracy был там порядка, ну, второй знак после запятой точно. Ой, господи, третий. Uh-huh. И вот сработало еще следующее. То есть когда мы выходную маску, которую подаем на output на трейна, да, yeah. мы эту маску аугментировали контуром. Uh-huh. И потом за счет этого контура, ну, грубо говоря, брали просто OR, uh-huh. и контуром отрезали эту шлюпку. Получается два объекта, наша метрика, которая не до Jacquard или там, или перед Jacquard его можно назвать, она очень сильно страдала вот от этого, если у тебя один объект, если шлюпка и кораблик сливаются в один объект. И вот это, uh-huh. вот это тоже очень неплохо улучшало. Но я говорю, uh-huh. мы, наверное, может, даже вас обошли бы, если бы не перетренили. Я не... Спасибо за вопрос. Я не спорю, что, возможно, нас обошли, но я на самом деле даже пару дней поигрался вот с вот этими всякими там вариациями там, типа там, разделения. Я даже один раз пытался сделать так же, как вот ребята на Data Science Bowl предсказывать вот эти вот, скажем так, промежутки между кораблями, именно как отдельным выходом. Но реально вот из того, что я там увидел, вот таких кейсов все же было ну, вот реально меньшинство. То есть если там... был таких там 1-2%, то хорошо. И вот, в принципе, мы потом там, смотрели на эти предикшены, там смотрели на то, как они влияют на метрику, и, ну, реально, ну, я не знаю, из вот нашего опыта такого сильного прям влияния не было. Возможно, если мы бы сильнее, как-то бы там вот серьезнее к этому подошли бы, вот по типу того, как вот вы делали, возможно, мы бы... как-то, там, не знаю, там, заняли даже там, первое место. Возможно, нет, не знаю. Не, я все прекрасно понимаю. Я понимаю, что Kaggle делается ночью после основной работы, поэтому времени никогда нет. Это на коленке за 2 часа. Ну да, да. Не, ну вообще, да, это очень правильное замечание. По-хорошему это нужно было бы нормально сделать, но... Мы примерно так же делали. Все. Спасибо большое. Спасибо. Вопрос по поводу обучения классификатора на пустые и непустые картинки. Uh-huh. Вы их изначально обучали, не пустые картинки, вы их обрезали и делали больше, или же первоначальные 768 на 768 ужимали? Мы просто из них кропали меньшее изображение. То есть, например, из там большой картинки мы получали там 256 на 256 из пустой. И вот согласно вот тому алгоритму, как я описал, то есть мы берем кораблик и вокруг него там кропаем область, мы получали таким образом не пустые картинки. А потом как вы это юзали? Брали полную картинку, если классификатор сказал единичка, значит это единичка. А ресайзер или нет? Не ресайзер.
Ну вот, кстати, на спидпрайзе, мы рестайлили на спидпрайзе, но не в основном соревновании, там мы их даунсэмплили в два раза, но чисто для скорости. И еще вопрос по поводу Юнета. Вы его писали чисто с нуля и не юзали претрейнет? Юзали претрейнет, там же вот вроде был слайдик. Вопрос того, на чем он был претрейнет? Ну, на ImageNet'е. Особо вариантов нет больше. Ну, то есть они, конечно, есть, но в паблике обычно все модели, которые лежат, они на ImageNet'е. Спасибо. Еще кость. Да, бачу. Там? Ну, давай я сюда. Спасибо большое за подробный доклад. Еще вопрос, какие фичи были использованы для того, чтобы быстрее все работало для спидпрайза, помимо ресайзинга и уменьшения картинок? Да, спасибо за вопрос. Ну, фич на самом деле не сильно много. То есть одна из фичей, которая была, это то, что все картинки загружались и ресайзились максимально асинхронно, то есть во время того, как типа там GPU-шка предиктит картинку, отдельный процесс или поток, он делает какие-то операции, которые нужны для там следующего батча условно. Ну, это достаточно такая как бы стандартная техника, поэтому здесь ничего нет удивительного. Второе, что вот мы обнаружили уже по факту в самом конце, вот это вот то, о чем говорил Олег, когда нам получилось просто там на халяву буквально в две строчки ускорить наш prediction, это то, что в Torch есть и две особенности, которые вот именно на инференсе важны. Первое — это то, что есть возможность сообщить CUDNN, то есть это бэкэнд там для CUDA, что сетка будет гоняться на одних и тех же входах и одних и тех же выходах, то есть ну, по размерам. Да? Вот. И установив там этот флаг, можно, скажем, там, добиться там, примерно там, 15-25% ускорения просто за счет того, что там CUDNN у себя внутри делает какие-то оптимизации, которые там очень там низкоуровневые. Вот. И второй момент — это то, что Torch, поскольку это динамический фреймворк, он обычно, когда вы только начинаете там первой итерации в predict loop, он делает несколько первых итераций медленно, потому что там происходит какая-то оптимизация, которая ну, в случае Torch не делается как бы до выполнение как, например, в TensorFlow, да, вот, и поэтому первые несколько итераций, они обычно более медленные, чем последующие. Соответственно, это решается просто тем, что до основного предикта можно там просто, условно говоря, там прогнать эту модельку, ее как бы прогреть там, на 10 батчах условно, и тогда у вас вот этой вот проблемы с более там, первыми там несколькими батчами, более медленными, ее не будет. Соответственно, здесь вот в спидпрайзе это можно было сделать за пределами вот этого вот тайм-врапера, потому что это как бы делается один раз, и согласно правилам это можно было так сделать. Вот. И вот это вот просто, вот, сделав вот эти вот две вещи, мы просто на халяву там в полтора раза ускорили решение. Вот. Круто, спасибо за ответ. Спасибо за вопрос. Так. У когось тут было запитання? Уже нема? Все больше ни в кого? Супер. Тоді, я думаю, мы можем закінчувати. Дякувати. Окей. Всем спасибо. А скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте, чи потрібна перерва? Ні, ми готові перейти на наступну тему. Точно? Окей. Тоді одна хвилинка. Ігор, готовність.